200. А много где по 200? Все, теперь заново родился, как с Богом, говорит, поговорил. Можно дальше тарахтеть. Следующая запланированная остановка у нас за Мариинском. Пойдем корейку кушать. В прошлый раз мы ее проигнорировали. Эту кафе. В этот раз, наверное, не будем игнорировать. Ну и, возможно, еще час до Мариинска должны тут с одним человечком встретиться. Сказал, ты едь, я тебя догоню. 120 метров, поверните базара нет. Налево. Сергеем. Ну, вы его знаете. Отсюда он тоже с Кемерово. Справа нет никто, слева тоже нет никто. Поехали. Уставший так плохой этот КамАЗик там с этим длинненьким своим прицепом. Что-то слишком он наклоненный вправо. Что-то груз пошел или что, или так загружено. Тяжелое на правую сторону. Я мыслю так, что его надо обходить. Ладно, сейчас не буду. До горы, до поворота могу не успеть. Был бы пустой там или тон 10 хотя бы. О, кстати, дорога на шахту направо была. А тут кругом шахты. Кузбасс. У нас впереди горки кемеровские. Так что нам надо дядьку этого обойти. Сами. Что успеем, не успеем.
первый светофор. И сразу мы попали на зеленый. Мы еще только что с Серегой встречались. Отсюда он с Кемерово. Ну, с Кедровки, с Кемерово. Ну, в общем, местный парняга. Едешь, едешь, никого не трогаешь. Раз, красная фурия стоит. На охоту сейчас поехал. Сейчас остановлюсь, когда в этом, за Мариинском. Покажу вам. Какой тушеночки подогнал. Как говорится, такого мяса еще не пробовал. Обязательно попробовать, потом расскажу, как оно на вкус. Асфальт еще горячий, видите, парит как. Пацаны троллюют его здесь. По-моему, 2 или 3 светофора сейчас осталось. Уже почти все закатали. Здесь все, расход уже пошел в горочку. 39 сейчас. Сейчас тут после горок кемеровских-то может еще немножко уроним, вроде как погода благоприятная. Вернем куда-нибудь там в районе 30,5, но я думаю не намного меньше. Вернее, меньше не получится никак. Второй. Уже все грязненькие, грязненькие едем. Ну а что, влажность? Кемерово со спуска, аккуратно в повороте находится, полный. Влажно, плюс ремонты, грязно. Рабочий вид приняли. Это тут Серега нужен. Сказал, говорит, я тебя, говорит, засниму. И потом тебе пришлю. Красавчик.
удачной охоты, Серега. Спасибо за подарки. А мы погнали дальше Арбайтом. О, видите, что Серега подогнал. Мясо медведя тушеное. Кузбасск, Ижмурский район. Рекомендуется употреблять в разогретом виде. Ни разу не ел. Состав: мясо медведя, сало, свиное, лук, чеснок, соль, перец, лавровый лист. Офигеть. Оленину ел уже, в Когалыме угощали. Ну, говядина, свинина, понятно, чтоб мясо медведя. Спасибо, Серега, попробую обязательно. Выше сорт. Я думаю, не дешевая, наверное, эта штука. Вот такой от него презент. Но мы на третьем реверсе стоим. Четвертый. Походу, там овечка эта, да? Прилипла. Что-то он там на стройку привез. Наверное, сейчас его тащить будут. Там грязюка. Технологическая какая-то написана. Кроме технологического транспорта, съезд какой-то. Туда был. Четвертый реверс. Наверное, это уже последний. Было меньше, сейчас опять увеличилось. Или может я просто плохо считал, когда назад ехал. Ну все как бы лихо проходим там. Ну, один цикл простоял вообще. No problem. То есть объезжать никакого смысла я не вижу. Да у нас и не получится объезжать, потому что у нас заправка. Ну а так вообще тут потеря времени тут минимальная. Практически никакой, скажем так. АЗС Т-нефть. Ого, 43,50. Серьезное здесь топливо. Да нифига, блин, это уже года 7-й или 8-й светофор. Что количество ремонтов не уменьшилось, а увеличилось. Все, видите, мы уже чумазенькие. Уже наши этой царапины не видно. Цвет рабочего автомобиля. Ну а что делать? Нифига. Ну, правда, ну все быстро, да. Большой потери времени здесь нет. Тут с первого раза все проходишь. Максимум один цикл. Но сам факт, что было меньше. Я когда возвращался, было меньше. Что-то добавили опять или что? В общем, тут мы еще никак до Мариинска не доберемся. Колейка собралась. Я уже кушать хочу, корейку хочу. Завтракали-то рано сегодня, в 5 утра. Ой, хорошо. Мяско. Не, кормят классно. Вот здесь пока еще никаких изменений. Я имею в виду, в плохую сторону нет. Порции какие были, такие остались. Все вкусно. Вот это вот, все, что у вас на экране, стоит 380 рублей. Поворот на Суслово. Надо с той стороны заходить, с пассажирской. Там кроссовки. Снимаем, тапочки одеваем. В общем, все это стоит 380 рублей. Наелся, теперь до Михаила можно ехать, а там мы, я думаю, у него шурпы покушаем. Вот. Поворот на Суслово, да, после Мариинска. Я уже сколько раз тут был, показывал.
По машине все хорошо. Погнали дальше. Арбайтами. Смотрите, какое явление природы. Прямо вот оно, прямо перед нами. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Вот оно, прямо через, через дорогу, да, радуга. Класс. Офигенно смотрится. Что, вот так вот прямо через дорогу я еще не припомню, когда такое было. А так у нас вон, видите, впереди какая красота. Все. Ну, мафия тут. Они и Клайд-то докладывали, что в Красноярске, говорит, уже который день. Дождь. О, кстати, радуга исчезла. Она левее пошла. Где-то вот там стало. Сразу так явно, четко, красиво. Прям через дорогу. Нам Полтос до Ачинска. И все вот так вот. Дождь. Вот такая вот погода. Портится. Конечно, когда сухенько, намного приятнее ехать. Ну что делать? Будем ехать, дождик еще. Кабине хорошо, тепленько, сухенько. Тут дождь. Ну а что? Осень. На то она и осень, чтоб был дождь. Дождь пока еще не снег. Что тоже очень скоро. Надо на постоянку щетки включать. Ну сейчас закончится оно. Ну тут вот все в тучах. Тучка есть, тучка нет. Тучка есть, тучка снова есть. Вот так. Да вот даже, по-моему, с мокрым снегом. Нет. Что-то какие-то капельки такие. Да-да. Снежочек. Дождь со снегом. Вот он, видите. Ах, красота. Плюс 2. Сейчас еще, может, и побелеет. Не, он сейчас-то еще не ляжет. Но вот на стекле конкретно четко видно, что идет снег с дождем. О, видите, у нас там уже даже вон забило. Видите, за себе. Огонь. Яр 214. Так, тормозим. Переезд тут у нас подгулявший. Очень подгулявший. Представьте, на скорости влететь вот в это вот счастье. Все, и без мостов поедешь дальше. Мосты тут останутся. Thank you.
такой, сгорел. Казах, киргиз. Рев сгорел киргизский. С ума сойти. Видно, голову успели отбить. А рев сам сгорел. И изнутри сгорел. Ничего себе, а что случилось-то? Не успел обратить внимание, там есть на нем повреждения, нету, то есть ДТП было, не было. Вот это беда. Ну то, что там, с Киргизии-то явно сюда только, если какие-то фрукты везли. Может, проводка какая-нибудь, что, либо ДТП, другого варианта нет. Но с другой стороны, ДТП, так-то не видно, что на нем повреждений. Короче, факт вы видели, обалдеть. Это беда. Так, мы что, мы вот уже сейчас на Шурпу заедем к Михаилу. Время 5. Если нас Бонни и Клайд сегодня пропустят без сильного вымогательства, то мы планируем сегодня еще дальше пойти. Ну как бы сейчас что, сейчас покушаешь там полчасика. Еще минут 40 и ты на регионе. Ну, рано остановиться еще на стоянку. Рано. О, сейчас только что вот повезли. Колесные пары повезли. Вот. У него специальный прицеп под перевозку колесных пар. Все там с этими, с такими вот углублениями. Она туда становится, эта колесная пара. Все. Никуда не денется от слова совсем. Так, ну вот мы приехали. Кстати, тут у Михаила говорит, все на камерах, ночевать можно вообще без проблем. Душ есть. Это ж здесь? Или не здесь? Нет, не здесь, подождите. Стоять, Зорька. Это не восток. Это запад. Не, это не та. Наша дальше. Думал, это наше. Вот здесь. О, видите, даже прямо надпись. Восток. Мы работаем круглосуточно. Тут душ есть, все. То есть вообще без проблем. Ночевать можно тихо, спокойно. Правда, я ни разу не ночевал, но... Еще не вечер, скажем так. Как заедем? А, вот сейчас прям мордой так вот и заедем. Потом назад вытолкаем. О! На следующем повороте огонь. Поверните направо. Пошли кушать шурпу. Дышать тяжко. Заехал, называется, шурпу покушать. Миша, хозяин, душевный человек, так просто не уйдешь. Ну и не поверите, заставили шашлык кушать с бараниной. Очень вкусно. Все, Миш, удачи. Хорошей торговли, побольше клиентов. Сказал, на обратном пути будешь ехать, мои книги. Это что-нибудь вкусное вообще приготовим.
Надо маякнуть обязательно. Потом мы. Просто я предыдущее блюдо помню. Не помню, как называется. Но помню, что оно было очень вкусное. Я говорю, хорошо. Заранее маякал. Заедем что-нибудь. Этакого откушаем. Так, теперь надо как-то прошмыгнуть мимо Красноярска. Время 6 вечера. Но я же говорю, что еще ночевать однозначно я не буду. Остановиться на регионе. Часика 3 еще надо проехать. Часиков до 9. Вот. Сейчас главное прошмыгнуть. Вроде как мафиоза там что-то занят. Дела. Может, получится проскочить в этот раз, не башляя. Золото. Как вы думаете, повезет? Я почему-то очень сильно в этом сомневаюсь. Бонни и Клайд, все, видели? Ну не проедешь никак. Ё-моё. А чем рассчитываться, интересно, как вы думаете? Может, тушенкой расплатиться? О, видите, подъехали уже. Бонни и Клайд. Денег нет! Денег нет! Выходи! Нету, нету! Все, нету! Как в этом фильме! Бедность! Здорово! Привет! Привет. Что, Бонни и Клайд? Это вам уже все такую назвали, короче. Тушенкой берете? Медвежьей. Тушенкой берем. Ты ел когда-нибудь медведя? Нет. Нет? Кедровых орехов не берете? Нет, кедровых орехов у меня нет. Алеша, правда, что это? Что у тебя кедровый орех, ты говорил как-то, стоит как автомобиль. У нас? Да. А сколько твой автомобиль стоит? Сколько у вас рублей? Рублей 350 стоит. Ну, если на наши перевезти, то да. Ну, тогда тащи кедровый орех. Или меняем автомобиль. Я сегодня покупаю, говорю, мне что-то хорошее только, смотрите, говорю, мне в Белоруссию. Да. А он такой говорит, Лукашенко, что ли? Он обойдется. Сейчас смотри. Да, я машину заглушу. Дорога открыта. Кузбасс, обманули. Ну так не белорусского ж медведя. В Беларуси там три медведя на всю Белоруссию. И те в Беловежской пуще. Ну, а это вот ответку. Они, правда, и у нас тоже. Нифига себе, с ума сошли. Так что это? Ну, посмотри, Леш, у них космос денег стоит. Космос денег, только, да. Знаешь, Беларусь. Приоткроешь, чтоб они нет, они задохнут в пакете. Я просто... А вот со щелка это. Бумажного не нашла, и это... Надо в коробочку пересыпать, да, какую-то. Вот это самое. Беларусь и космос здесь стоит. У нас космос, у нас вообще космос стоит. Да нет, мы встали не очень удачно. Давай сейчас отъедем куда-нибудь. Поедем с ребятами кофе попьем на заправку. А то что мы стали тут посреди дороги? Не посреди дороги, на обочине. Машины эти шумят. Поедем, постоим, кофейку попьем. Ты что, будешь понимать, мимо Красноярска никак. Ну хоть нырять не заставляют и с парашютом прыгать. И то хорошо. Приятно.
общем, по итогу все равно. Маршрут рассчитывается. Приехали мы на регион. Хотели там где-то встать в другом месте, не получилось. Постояли. Часа полтора кофе попили. Поговорили. Все. Мафиозу поехали. Пятница отмечать. Поедем. Сколько время? Время 8. Поедем еще пару часиков сегодня проедем. Куда-нибудь туда, до Рыбного, район Рыбного, где-нибудь там. До Ачинска точно не поедем, потому что уже будет далеко. Но пару часиков еще сегодня можно проехать. И, кстати, вот Сашка рассказал, вот видели киргизский РФ. Кажется, у парня колесо заклинило. Горелось колесо, он остановился, кричал, помогите, так никто не остановился. В общем, единственное, что он успел, это отбить голову и из-под рефа, чтобы тягач не сгорел. Так что вот так, штука тоже такая опасная, эти клинья колес. Так что вот такое вот веселое кино временами происходит. Все, мафиозы. Не дает обогнать, вы видели? Хорошего вечера. А мы поехали. Еще пару часиков поработаем. Это стоянка медвежья. Шашлык.